привет, меня зовут Рома, я представляю проект Worker. Это стартап по поиску исполнителей на разовую работу. Все знают такой сервис замечательный, Freelance. Он представляет услуги по подбору исполнителей в сфере IT. Мы же хотим перенести этот опыт в офлайн-сферы, такие как строительство, ремонт, работа для студентов, handmade. Такие идеи понятны, на чем зарабатывать? Платных услуг для исполнителей. Потому что когда собирается критическая масса исполнителей, соответственно, возникает необходимость как-то среди нее выделиться. Айтишник очень много, дизайн нужно постоянно делать, просто заказывать. На чем они зарабатывают? Они зарабатывают на платных аккаунтах исполнителей. Есть еще другие ниши, достаточно большие, которые вы можете занять, которые еще не заняты. Это учеба, это более мелкие работы. Их очень большой поток и на них большой спрос. Большой, это может быть конкретно? Аудитория тех рынков, где мы наиболее уникальны, составляет порядка 2 миллионов долларов. Есть аудитория школьников, есть аудитория преподавателей. По твоим прогнозам, сколько из них будет регистрировано на твоем сайте, сколько из них будет иметь платный аккаунт, сколько они будут среднего платить? То есть снизу вверх. У меня сейчас нет этих цифр. Почему ты считаешь, что сфокусированный такой мышап из работников различных индустрий, для меня, как для человека, который хочет заказать профессиональную работу, лучше, чем профессиональный фриланс, постоянный ремонтник, да, это строительная работа? Мы по сравнению с этими площадками представляем лучшие инструменты по оценке исполнителя. А что за оценки? Система рейтинга, которая у нас строится на сравнении с фрилансом, например, у них большую часть рейтинга составляет количество денег, вложенных исполнителем на сайт. Для сервиса это хорошо, конечно, для заказчика это не есть хорошо. Исполнитель сам для себя голосует своим кошельком. Это нелогично. Мы же построим систему рейтинга на оценке именно его профессиональных качеств. Для этого, если говорить об уникальности, то есть, естественно, отзывы, портфолио, все те инструменты, которые сейчас есть, они у нас также присутствуют. Ты должен четко понимать, что ты делаешь. На чем ты конкретно зарабатываешь, всегда стараешься делать оценки снизу вверх. Потому что зарабатывать ты будешь снизу вверх не процент от 20 миллионов долларов, ты будешь капать на расчетный счет, а конкретные люди, которые будут делать процент, все-таки конкретные платные аккаунты и конкретные денежки, которые они будут платить. Да, вот тут четкая форма оценки.